Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. Сегодня у нас обзор второго каталога Faberlic. Оставлю вам свои отзывы на новинки, которые мы уже протестировали, которые я тестирую уже длительное время. Теперь у нас будет с вами такой формат. Для VIP-консультантов возобновили акцию, можно брать новинки теперь гораздо раньше начала действия каталога. Поэтому уже к обзору непосредственно у нас с вами будет готовый отзыв. Итак, поехали. Каталог обычный, трехнедельный, все нормально. У нас с вами здесь много новинок по тушам. По туши напишу подробный пост в Дзене и быстренько пробежим сейчас, да. Она хуже First Class, на мой взгляд, моей любимой туши, но она действительно удлиняет и очень хорошо разделяет. Вот это понравилось. Вот прям такие реснички, как у девушки здесь на фотографии. Обзор есть. Кто-то писал в комментариях, что кто-то там сказал, что она склеивает. Она не склеивает. Ей только нужно дать зафиксироваться на ваших ресницах, засохнуть, грубо говоря, да? То есть минут 10. Минут 10 точно она фиксируется, и потом все. Она между собой реснички не склеивает, все отлично, все нормально. Но засыхает она долго, да, этот момент есть. Она не отпечатывается, она позволяет себя наслаивать. То есть я наносила 3 слоя, все отлично, все нормально, все красиво. Поэтому кисточка хорошая, кисточка удобная, удлиняет, действительно ультрачерная, все отлично, но мне больше нравится все равно First Class. Какие у нее еще недостатки? Она смывается с эффектом панды. То есть она заявлена у нас с вами как смываемая теплой водой. Нет, я ее смывала мицеллярной водой, и она размазывалась по всему лицу. Она смывается в итоге, как бы, но уходит гораздо больше ватных дисков, чем, допустим, у меня с тушью First Class. Вот так. А так подробненько напишу еще пост в Дзене. Новинки, которые не могли взять випы, не были доступны. Это лимитированный выпуск бальзама ухода для губ. Их 2 у нас с вами будет. С ароматом арбуза, с ароматом вишни. Посмотрим, возьмем, обязательно потестируем. Скорее всего, мой заказ будет не в самом начале каталога, а немного позже, когда уже будут VIP-новинки третьего каталога. И мы все с вами вместе посмотрим. Наклейки для ногтей пока не делала весенние. У меня сегодня зимние на ногтях. Сейчас найду этот лак. Найдем эти наклейки, расскажу первый мой маникюр после восстановления ногтей. По новинкам из серии Store d'Amore здесь розовый кварц, нежный пудровый аромат с цветочными нотками. Да, он такой есть. Мне больше всего понравилось, как пахнет соль для ванны. На соль для ванны отдельный ролик в Дзене сняла. Есть, все отлично. Можете посмотреть. Ссылка на Дзен всегда под роликом. Аромат классный, аромат хороший. Кожу ничего не сушит. Все как бы в этом плане замечательно. О, эфирные масла, помню, у нас в чате центрального региона были вопросы, кому какие нравятся, девчонки, я в восторге вот от этих двух, они снова будут 399 рублей, минус скидка консультанта, где-то 300 с небольшим рублей, это нормальная цена за хорошие качественные эфирные масла, вот эти вот секси и счастье, они потрясающие, супер, прям вот обожаю, очень нравятся, одни из любимых, видите, любой продукт с этой страницы у нас будет по скидке, это на самом деле здорово. Я не очень люблю мономасла, такие вот как лимон, пихта сибирская, эвкалипт. Это все как бы на любителя. А те, они универсальные, очень красиво звучат. Я уже говорила, вам хочется прям такой парфюм. Новая водичка, парфюмерный пробник, который мы с вами тестировали, у нас будет в третьем каталоге. А пробник вы уже можете взять. Я его в обзоре заказа показывала. И во втором каталоге вы его можете уже взять. Он будет доступен к продаже онлайн. Обязательно возьмите, потестируйте. 40 рублей пробник. Очень интересная водичка, на самом деле. Я, скорее всего, буду брать полноразмерку. Пост по новинкам третьего каталога уже есть в Дзене тоже. Все это там будет выходить на постоянной основе. Так что переходите, смотрите. Вот и моя любимая тушь, которая у меня постоянно на ресничках, First Class, да, она у нас опять будет по скидочке, с 200 с небольшим рублей со скидкой консультанта. Я беру всегда превосходный коричневый, обожаю. Несмотря на то, что вроде как вот внешне ничего не особенного, но нет, с ней можно добиться эффекта драмы. По подводкам, стойкая подводка маркер для век, синяя у меня была, очень сильно отпечатывается. Прям вот очень сильно. У меня коричневая почему-то вот в прошлом варианте так не отпечатывалась. А это прям, ну, вообще я заколебалась подтирать верхний век, если честно. Поэтому как-то нет. Вот не могу порекомендовать от слова совсем, особенно сейчас на зиму. Чуть-чуть снежок, чуть-чуть влажности, все у вас на верхнем веке отпечаталось. Нет. Я такой продукт не хочу больше. Коричневая, вот в старом варианте, подводка, маркер, как бы, ну, все отлично, тоже в Glam Team. Бывает изредка, когда прям сильно жирное веко, или тоже вода там, или еще что-то, но вот так, как это, нет, такого не было еще. Поэтому
Не очень удобно. Так, вот по лакам погнали. У меня, знаете, какой сейчас на ногтях? Как бы вам не соврать? Не соврать. В общем, из этой линейки какой-то с блестками. Из этой? Или не из этой? Зато я помню точно, какой у меня топ. А, который база и топ. Тоже нет его в каталоге. Тоже нет его в каталоге. В общем, лак класснющий. Лак понравился, лак суперский. А, у меня он в двух оттенках. Розовый бриллиант, что ли, вот этот. Потому что другой у меня светлее. В общем, я тоже в Дзене показывала ролик с маникюром, с новым отдельно снимала. Там артикул точно есть. Очень красивый лак. Мне очень понравился. Это в два слоя. И вчера мы с Ксюшкой уже перед сном делали наклеечки. Наклеечки из зимней коллекции. Здесь вот елочка и звезда. Я думала, почему-то белый будет плохо на этом цвете лака виден. Нет, все отлично, все здорово. Белый тоже видно классно. Такая полосочка. Мне прям понравилась. И здесь у нас с вами фраза, которая. Там буковки на наклейках есть. И на этих ноготочках черная полосочка и снежинка. Лак сам по себе красивый. Вот уже третий день я его ношу. А наклейки только вчера вечером наклеили, да, и сверху топ, который называется у нас как-то топ-база, да, тоже в обзоре заказов, прям от последних это все было. Он сверху. То есть два слоя вот этого лака и сверху вот этот топ. Очень красивый, нежненький. Есть оттенок еще посветлее. В следующий раз его попробую. И как-то я прям смотрю на ноготочки. Еще не совсем ровная ногтевая пластина, но гель-лаком больше делать не хочется. В принципе, так все красиво, достойно. По маникюру еще касательно очень нравится вот это вот средство. Гель для удаления кутикулы с маслом, витамином Е. С маслом органа. Девчонки, если делаете себе сами маникюр и как бы не запускаете кутикулу, да, вот это очень классное средство. Я наношу, держу достаточно долго, ну как минут 5 точно. И потом беру лопаточку, вот эту железную для кутикулы, да, поддеваю, счищаю. Отлично все вычищается, потерики, все вообще здорово, все прекрасно. А, в этом плане все замечательно. Масло для ногтей и кутикулы с монардой тоже великолепное. Ежедневно им пользуюсь для ножек, для ручек. Оно обладает монардо антибактериальным, антигрибковым эффектом. Поэтому очень крутая штука. Впитывается моментально, никакой липкости, масляности на коже не оставляет. Все супер. Крем для век и сыворотка концентрат из серии куркума. Даже не сыворотка, а да, сыворотка витаминная, сыворотка концентрат. Понравились, очень нравятся. Сыворотка на лице превращается в тоник, тает и очень хорошо увлажняет и питает. Для жирной кожи может быть многовато, потому что я когда переборщу, у меня лицо прям блестит. Я в основном на ночь ей стараюсь пользоваться, на день нет. Хотя она легкая, на лице не ощущается, но вот лицо блестит. Кто этот эффект не любит, либо новинка мимо вас, от крема у меня такого нет, либо совсем каплюшечку, вот прям каплюшечку, совсем чуть-чуть. А крем для кожи вокруг глаз легкий, классный. Там кофеинчик, то есть будет способствовать устранению отеков, разглаживанию и так далее. Хорошенький, пока нравится, пользуюсь, все отлично. Легенький, тоже в водичку на коже превращается. Ничего плохого про эти средства сказать не могу. Все здорово. Гиалуронку на зиму обязательно посмотрите, желтые ценники. Global Oxygen. Кислородное сияние, очень достойная базовая серия на зиму. Если нет никаких глобальных возрастных проблем и нужно просто увлажнить сухую кожу, убрать шелушение, присмотритесь. Хорошо очищаем кожу и потом вот эту вот серию очень-очень будет здорово. Мимо кислотной серии тоже не проходите мимо. Пока еще, пока январь, февраль, пользуемся кислотами, активно омолаживаемся, очищаемся, подтягиваем свою кожу. Наборы тоже будут по вкусной цене. Потому что потом уже начнет выходить солнышко, оно, как правило, уже в феврале частенько у нас уходит. И кислотами лучше, кто склонен к пигментации, не баловаться. Ой, девочки, маска. Маска скульптор для лица, шеи, декольте. И это что-то с чем-то. У нас нет серии Матридженик на складе. Она у нас вообще 60+, но по распродаже на сроком годности я взяла вот эту масочку. И вы знаете, я увидела эффект с первого применения. Подтяжка, лифтинг. Никакого утяжеления кожи, она как будто даже и матирует еще, и хорошо очищает. Я удивлена, я привыкла к тому, что возрастная косметика, она питательная, она такая достаточно плотная, а здесь нет. Здесь, то есть, для жирной возрастной кожи вообще прям вот просто кайф будет. На генетическом уровне она у нас борется со старением, как написано, очень интересно. Я вот два раза ее пока только пробовала, решила, что буду делать где-то раз в неделю. Она действительно подтягивает овал. Это видно после первого применения. Мне прям было даже очень странно и чудно.
Девочки многие эту серию хвалили, но у нас на складе ее нет, поэтому я подумала, что ее выводят. Девчонки написали, что в каталоге она напечатана, но каталоги напечатаны давно могут быть, да, поэтому смотрите, на центральном складе ее уже нет в распродаже по сроку годности, разобрали, может еще появится что-то, мне очень понравилось. Но единственный аромат, конечно, просто капец. Аромат йода, бинтов, знаете, такого перевязочного кабинета, который очень ярко выражен, очень ярко, не каждый его сможет перенести, но я на это внимание стараюсь не обращать, когда продукт рабочий, мне все равно, чем он пахнет на самом деле, будь там хоть что, честное слово. За дневные прокладки не переживайте, они появятся. Я знаю, многие девочки их ждут на складе. В следующем, третьем каталоге они уже напечатаны. Причем пока печатают только ночные и ежедневки. А в следующем каталоге, в третьем, будут дневные и ежедневки без ночных. Может, ночные разобрали уже. Но, в общем, они должны появиться. Я люблю больше ночные. Но я знаю, многие девочки ждут именно дневные. Будут девчонки, не переживайте. По поводу пасты живицы мне очень понравилось. Вот прям очень-очень. И пока никакой повышенной чувствительности нет у меня. Все отлично, очищает просто идеально. Пользуюсь я ей только. У меня в семье она никому не понравилась, по вкусу вообще не подошла. Так, по поводу средств. Хорошо отстирывают, хорошо кондиционируют. На высохшем белье на выходе аромата практически нет. Просто запах чистого белья. Поэтому кто давно ждал такие продукты Faberlic, пожалуйста, welcome. Кондиционер и гель-концентрат для стирки без запаха. Мокрое белье, сами по себе они имеют отдушку, она мне очень нравится. И мне очень хотелось бы ее чувствовать на высохшем белье, но отнюдь ее нет. Также мне очень нравится отдушка геля-бальзама для мытья детской посуды. Вот здесь какая-то вот запах чистоты, такой вот, не знаю, как по-другому еще сказать, немножко цветочков зелени, что ли. Очень круто пенится, в отличие от всех гелей-бальзамов, которые есть в Faberlic, именно бальзамов, да, он пенится в разы лучше, чем они. Много пены, хватает перемыть всю посуду. Я не развожу, чтобы вы знали. А так, все средства для мытья посуды Faberlic можно разводить один к трем. Это все по желанию, как вам больше нравится. Здесь у нас все серии с ионами серебра. Абсолютно вся, что тоже очень круто, то есть идет обеззараживающий эффект. Поэтому мне понравилось, с удовольствием буду брать еще. Посмотрим, будет ли на складе у нас с вами бальзам, детский шампунь-бальзам. Но, в принципе, у меня желания его брать совсем нет, клубника, мы еще эти новинки не закончили, да. И я думаю, Ксюшин он волосы все равно не спасет, поэтому навряд ли, навряд ли. По БАДам очень нравится, знаете, вот очень вижу эффект. Вижу эффект, я допила для женщин до 40 и допила антиоксидантный. Сейчас пью антипаразитарный и пью, господи, девочки, сейчас скажу, вот они стоят, иммуномодулятор Форте. Вот они, их я пью натощак по две штуки. Здесь такой привкус интересный, именно у иммуномодулятора, если я не ошибаюсь. Нет, наоборот, у антипаразитарного, знаете, чем пахнет? Я в свое время для поддержания поджелудочной железы пила, это у нас с вами артикул 156-97, лавровый лист. То есть несколько листов заваривала на литр кипятка и пила. Вот такой же аромат, абсолютный привкус. Он стоит потом во рту, потому что натощак это все выпивается. Но мне нравится, кому-то может быть неприятно. А душка ярко выражена. И пью баланс нервной системы. Я нигде не нашла информацию, нужно его пить утром или вечером, поэтому 156-74 артикул. Судя по составу, я сразу поняла, что, скорее всего, он будет действовать по типу растительного антидепрессанта и успокаивать, но в то же время бодрить. И выработка серотонина увеличивается, то есть гормона счастья. Я выпила во второй половине дня, и тут меня немножечко, знаете, как начало потряхивать, вот потряхивать. Кто подобные препараты пил, тот понимает, о чем я говорю. Ничего плохого, но вот небольшой такой эффект. Я поняла, что я буду пить его только с утра. И теперь я пью его в завтрак, все отлично, все замечательно, все супер. Бодрость, спокойствие, все как бы, все хорошо. Я вижу работу этих БАДов, поэтому мне нравится. И пока есть такая возможность, я буду брать их по VIP-программе. Два продукта мне можно взять со скидкой 70%. Это выходит бюджетно. Отлично, что компания нам дает такую возможность. Да? Тут в инструкции все по 2 капсулы в день. А когда, какие не написано. Но мне кажется, это важно. На самом деле нужно изучать составы, нужно изучать этот вопрос. Появляется много новинок. У нас детский еще мультивитаминный комплекс. Скорее всего, его я по VIP-программе и возьму. Пусть Ксюша пропьет от 3 до 14 лет. Видите? От 3. Через годик можно будет крестюшки. Много, много, много чего. Еще хочется взять себе что-нибудь для глазок. По-моему, они тоже в этом каталоге появляются, если я не ошибаюсь. Изучу этот вопрос потом.
Потому что глаза устают, и в последнее время часто лопаются капилляры. Хочется укрепить сосудистую стенку. С этой целью надо и витамин С обязательно с цинком пропить. Недешевый он в этом каталоге. В общем, посмотрю. Мне нравится. Я люблю БАДы. Это лучше, чем потом лечить какие-то заболевания. Еще очень хочется взять вот эти ножные пластыри в новой упаковке. 779 рублей они будут стоить. Я их никогда не пробовала. Кто-то их хвалит, кто-то говорит, что эффект плацебо. Я больше склонна ко второму. Но пока не попробуешь, не убедишься, так скажем. Да? Поэтому самой очень хочется посмотреть на себе, проверить. Цена неплохая будет. Со скидкой консультанта рублей 500. Это нормально. Хочу взять перчатки. У меня недавно Танюшка, мой консультант, она снимала ролик, где показывала их в применении. Мне прям захотелось. Я уже их в корзину бросила. У меня кто-то видео спрашивал, откуда у вас тазик Фаберлик. Я их в корзину бросила, уже очень хочу. Она ванну так чистит и многие поверхности. То есть распрыскивает средства и перчаткой вот этой силиконовой проходится. Здесь много ворсинок, да, на ладошке. И прям получается классно, распределяется средство равномерно. Мне их тоже захотелось. Я поняла, что мне прям надо. Я такое люблю. Petit Tails будет по желтым ценникам. Надо будет две пачки салфеток себе взять обязательно. Так, дальше у нас с вами одежда. В следующем каталоге выйдет новая бельишка уже в третьем. И много интересных новиночек из одежды там тоже будет. И в конце у нас с вами снова какая-то ярмарка якобы. У нас с вами моноароматы и ароматы, которые мы с вами недавно тестировали, по 499. В общем, здесь у нас с вами парфюмерный рай. Гели для душа, тканевые маски, кремушки, морожка. В принципе, все как обычно. Бонжорно, ботаника. И вот эти новинки. По гелям для душа классный, супер аромат остается на теле. А крем для рук у меня вообще теперь в любимчиках. Это самый любимый крем для рук Фаберлик. Обязательно попробуйте. Крем для ног слегка охлаждает. Для новых консультантов вот такая классная рассыпчатая пудра будет в подарок. Поэтому, кто не зарегистрирован, ссылка всегда под видео. Проходите, регистрируйтесь. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.